вдох глубокий, руки шире, не спешить. 3-4, бодрость, дух, грации и пластика. Общий укрепляющий, утром отрезвляющий, если жив пока еще, гимнастика. В общем, понятно, да, что здесь, в Эмиратах и особенно в Дубае, можно купить и взять на прокат любое средство передвижения, на любой цвет, вкус, размер кошелька, количество денег, наземный, воздушный, морской, водный, какой угодно. От мопеда до вертолета и самолета. На, как говорят, у нас любой каприз за ваши деньги. Не ограничено в возможностях. Ну а мы сегодня побежимся по трассе здоровья. Ну такая почти как в Одессе. Вы видели, как и чем, и особенно в каких количествах нас кормят. В нашем отеле. И поэтому в целях борьбы с лишними килограммами и калориями пробежимся вместе с вами по набережной Дубая. Ну, вдоль пляжа в районе Паруса. Так, трасса здоровья, почти как в Одессе, на которую постоянно покушаются и постоянно отщипывают и откусывают по большому и маленькому кусочку. Так, тартановая мягкая дорожка, обалденная. Коты Дубая, наглые рыжие, с наглой рыжей мордой. Мы побежали дальше, 400 метров, о, мы уже сотку сделали. Так, здесь вообще тартановое покрытие и деревянная палуба. Кому что нравится. Чистого красного дерева. Мне тартановое покрытие больше нравится, поэтому переходим на него. Так, хатынка, похожая на хатынку пшонки. Ух ты, на нас несется дикий зверь. Вот это да. Тоже бегает. Потерялся. Мы побежали дальше. Так, уже 300 метров. То есть мы сделали уже 200-ку, накатили 200-ку и бежим дальше. Все свободно, все бесплатно, все для людей. Раннее утро.
Так. Ничего себе. С какой скоростью мы передвигаемся. Ну, правда, мы идем в противоположном направлении, как положено. Ну, в принципе, да, все равно правильно. Неважно, куда бежать. Хотя иногда и это очень важно. В каком направлении. Для Януковича, Пшонки и прочих кровосисей в 2014 году было, это было очень важно. Мамочки прогуливают деток. Последняя сотка. Финишная прямая. Мы выходим с вами на финиш. О, здесь кокосы с трубочкой. Можно пить и утолять жажду. Ага. Вот так вот нужно бегать. Ну, мы тоже с вами неплохо. Во всяком случае, не черепашьим шагом. О, нас уже приветствует на финишной прямой. Благодарные зрители. Так, Марс. Так. Ну вот пример того, где мы находимся, чтобы не было никаких сомнений. Ну вот вы побежали с конца в начало, к старту или наоборот. И вдруг вы заметили, какая неприятность, какая страшная неудача. Вы вспомнили, что вы оставили в номере или у себя в доме невыключенный утюг. Ну, к примеру, или вам нужно срочно позвонить. Ну, в принципе, вам нужно срочно позвонить. Неважно, по какой надобности. И, как назло, естественно, в таких ситуациях у вас разрядилась трубка телефона, сел телефон. Что делать, катастрофа. Да, ну как вариант можно, конечно, попросить у кого-то из проходящих, но, как назло, мы не знаем языка и вообще могут не понять, что делать, что делать, что делать. Но не забывайте, вы же в Дубае на пляже. И вот, вот вам пример решения большинства проблем всех людей. Вот. Специальная установка, специальный пульт действует в любую погоду, при любой погоде, на солнечных батареях. Мы посмотрим с вами, что же здесь можно сделать. Ну вот всех людей этих желательно не снимать. Это у них большая проблема, могут правильно понять. Ну, вот мы, допустим, зайдем, значит, вы уже догадались, да? Везде розеточки, розеточки, розеточки на солнечных батареях. И что у нас в розеточках? А в розеточках у нас такой кабель. Так, вот мы туда с разъемчиком. Вот туда залезли. И вытащили и подключились. Все, мы спасены, проблема решена. Наша комната, утюг, ну и отель остались в целости и сохранности. Ах, ну да,
нас в отеле, когда мы уходим, вытаскиваешь из гнезда свою карточку, и все электричество, все электроприборы выключаются, и свет автоматически. Ну, это как вариант, мы все равно рассмотрели вот такую возможность. Ну, все. На данный момент, пожалуй, на этом будем заканчивать. Длинные ролики никто не смотрит. Пока-пока. Я Машка. Ромашка. До новых встреч. Любит, не любит? Любит, не любит? Любит, не любит? Блин, сердце прижмет, приголубит. Ну ладно. До новых встреч, дорогие друзья.